будешь ждать, то не забудь письмо. Махнем? Бабушка нас убьет. Ты думаешь? Целых 3 дня в доме сидит. Забор починили, починили. Дрова напилили, напилили. А лампочку? А лампочку купим. Все равно убьют. Пусть убивает. Не в первый раз. Махнем. Махнем. Смотри, по лужам не ходи, ноги промочат. Сама по себе полоса ничего, подход рядом. Лучше всего с курсом 273 снижать. И смотри, как только желтый бугор перескочил, он видный такой. Сразу газы затягивает. Ну и на край огорода. Четверочку, пожалуйста. Ну, слушай, у меня вроде бы все разводит. Привет. Привет, дружинники. Здорово. Братцы пошли 41-го. Салют, камарадос. Испания сражается. Все едут. Ну вот теперь считайте. Фиксируй пролет русский Ивановку. Повтори, я не поняла. Чего это цыганок мается? 2 часов до нормы не долетал. А заказов на вертолет нет. Ясно. Ну, изобрети какой-нибудь завалящий рейсик, а? Здесь еще не все заказы. Нет, Зиночка, ты не Кио. Ой, кто это? Это пеликаны. Ну, не бойся, не бойся. Иди, иди. А зачем? Для зоопарка. А вы дрессировщик? Ой. Нет, девочка, не дрессировщик я, а зверолог. Восьмерка! Восьмерка, уходите с летной полосы! Да уходите же! Принимаем рейс из Ленинграда! Вынужденная посадка! Уходите быстрее! Заправьте ленинградский. Ну как там, порядок? Ты смотри, Лида, пронесло. Над самым вторым ангаром прошли. Молодцы, ребята.
тетя Лида. Красивая машина. Да. Тетя Лида, вы правда из Ленинграда? Правда. А вылет парад будет объявлять? Да, наверное. А можно я? Тетя Лида, ну я же умею, ну пожалуйста. А восемь? Попал. Подводных лодок это не бывало. А девять? Попал. Эх, мне бы ваши заботы. Ж-4. Мимо. Внимание, внимание! Ж-5. Объявляется вылет пассажира по самолету, выполняющему рейс Ленинград-Одесса. Захожу с севера, смотри. Захожу с севера. Бр. И брюхом на второй ангар. Это же тебе не вертолет. Между прочим. Ну, верно, посадочная скорость. Танка на 300 метров имеется. Так что же все-таки со вторым ангаром? Если такие машины. Нифига! Захожу по новой. И четвертой зоны. Ну. Три пачки. Ну, что надо? Рыбу так рыбу, нам не жалко. Ай да, Зиночка. Кио, и все тут. Оформлять меня причитается. Поговори с Лидой, она, кажется, запретила полеты по этой линии. Лида! Лида! Сейчас. Лида, ну скажи, что это не так. Что? Нет, Саш. На линии смещается циклон с холодным фронтом. Ну пока он там сместится. Рейсик, я извиняюсь. Тьфу. Нет, не могу. Лида. Саш, вы же знаете, я не имею права. Все, застрял цыганок. Что ты? Для него это не вечер. Лида, вы элементарно неправы. Я вам докажу это с помощью железной логики. Интересно. Во-первых, циклон я успею проскочить, понимаете? Да. Во-вторых. Ну. Ну, Лидочка, ну гробу я видал этот циклон. Саша, как ребенок. Да я старик 70-летний. Ну, в небе, конечно. Вы же цивилизованный человек, Лида. Ну, поймите, я 3 месяца асфальт не видал. Ну, поймите же меня, Лида. Слушаю. Повтори, я не поняла. 42,14. 42,14, на вылет. Да, подъем. Ну ладно, я же говорю, что сразу вас отгоняю. Скромно мне вылетел. Ни одного туза. Зиночка, это не моя путевка. А ну дай-ка сюда. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Касса взаимопомощи работает? Сколько? Десятку в получку, как всегда. Ну не могу, я сам ящики не достать, правда? А, ну, могу.
Спасибо. Порядок. Привет, Петрович. Что это у тебя? А, да так. Говорят, второй ангар будешь сносить. И ты об этом. Со вторым все решено. Устарел. А вообще, Петрович, замотался я. Людей нет. Половина народа в отпуске. Светлана болеет. Да и Лида вон по две смены тянет. А тут еще этот ангар. Прямо голова пухнет. Роман Антонович, автобус. Ага, иду. Ну ладно, я домой. Тебя подвезти? Спасибо, я на своей. Ну тогда бывай. Петрович, до свидания. До свидания. Здорово. Стража! Привет. Так. Опа. Эх, ребят, ты сегодня погодка не свет. Может, сразимся, Камеск? Играйте. Один-один. Пошел свою 24-ку встречать, как всегда. Не озябла? Нет. Ладно. Сейчас поедем. Перевалом пришлось поболтаться. А в общем-то тянет, старушка, старается. Холодно у вас тут. А у вас? Завтра лечу в Адлер. Ну что, заяц, летаем в Адлер. Камеск тоже возьмем. Там теплые. Море. По морю барашки бегают. Барашки? Ну, не настоящие, конечно. Ставридка идет.
Может, половим, Петрович? Дело много. И опять же, лампочку надо купить. Мадагаскар. Мадагаскар. Земля королевы мод. Уехал, это Зая. Гомеск спит? Спит, его разбудить? Погоди. Вот что, а будильник у тебя есть? Есть. Поставь его на 7 утра, потому что утром я за дедом пришлю автобус. Автобус? Да. Скажи, что он будет очень-очень нужен, поняла? Поняла. Тогда спи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Командир, он сказал, что завтра ты им будешь очень-очень нужен зачем-то. И он даже автобус пришлет. Как? Спать? Интересно. Внедрили методы работы, применённые с нашим горняком Сергеем Воротничёвым. И вот результат. Посмотри, что там еще есть в холодильнике. Колбасу не трогать, к празднику. Приехали! Сядь! Спокойно. Привет. Привет. Поехали. А погодка-то вроде разгулялась, а? Ничего. Ты чего, Федотович? Что стряслось, знаешь? Второй ангар? Да какой там ангар? Там, понимаешь ли, цыганок попросил Лиду дать ему вылет, а была непогода. Ну? Ну и наскочил на грозовой фронт. Сел где-то на просеке, погнул лопасть винта. Ясное дело, Леняеву сразу командиру. Ревет. Командир. Под суд. А разобраться виновата, конечно. Не имела права давать на вылет. Да ведь на аэродроме без года неделю. И сердце, как говорится, не камень. Конечно, если вы возьметесь вместо Леняевой, дело-то вернее будет. С небесной канцелярией бы в ладах.
как она? Что как? Плохо. Фу, сукин сын Цыганков. Хоть и командир, я вам прямо скажу. Не правы и все. Мы воспитывать должны, а не увольнять, и все. И я как комсорг заявляю. Скроешься ты с моих глаз или нет? Скроюсь. Здрасте. Приказываю. Синоптика Линяеву. Понавешали зелени на мою голову. Самолетики играют. А где лопасть доставать буду, так и пиши. За грубое нарушение синоптика Линяева Лидию Васильевну. Но все равно разговор не кончен. Ага. Прибыл, Петрович. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Ты в курсе? Тогда так. Со ставкой улажено. А там подкинем премию. Прямо сейчас и заступай. Ты что? Ничего. Ты мне брось ничего. Выкладывай, чего насупился. Ну, знаешь что, если еще и ты, мне порядок нужен. Иначе на кой черт? Зай, пойди погуляй. Ты тоже. От тебя, Петрович, старого летчика, не ожидал. Сегодня они, понимаешь, лопасть. Ты же столько лет в авиации понимать должен. И человеколюбие тут не место. Крыть разгильдяев, увольнять и все. И разговор короткий с ними. Они потом. Я прилагаю заявление и две фотокарточки. Подпись. А вы что, ребята, здесь скучаете? Там ругаются. Раз такое дело? Конечно. Иди погуляй. А то укачает. За погодкой, давай. Ясно. Давай! Что? Может, все-таки слетаем в Адлер? Видишь, какая компания собралась. Тебя только не хватает. А, 3 часа и море. А где Камэс? Там. Максим! Иди сюда. Слушай, Максим, старший синоптик Софья Андреевна в отпуске, это точно? Да точно, в Ригу ехала, что? А Светлана? Больна вроде. Прекрасно. Температуре? Раз так, мы готовы. Это еще к чему? Вот тяна. Или ты думаешь, насчет Адлера шуточками отделаться не выйдет? Ну, это, я так понял, вроде невозможно. Эх, Максим, маловертый. Нет ничего невозможного. Вот я все могу. Могу, например, взять и дезертировать с трудового фронта. А что? Как пенсионер имею полное право. Да и погода здесь, в общем-то, дрянь. А в Адлере там необычайным цветным узором земля и небо вспыхивает вдруг. Политика, старина, политика. Ну как, берешь пассажиров? Ну, если политика. На погрузку. А бабушка? А что нам бабушка? Не царица же она, в конце концов.
Не царица. И даже не командир отряда. Просто бабушка, а я дедушка. А принимай пассажира. Аэродром принимает. Все правильно принимает. Подпись прочти. Дежурный метеоролог Линяева. Мы на своих, как всегда. Бывает. Что, заяц, устала? Нет, только день был сегодня какой-то длинный. Бывают длиннее. Бывают такие дни, которым конца нет. Все бывает. Лампочка. Опять забыли. Вот теперь нас бабушка точно убьет. Пусть убивает, не в первый раз. Только шурты иди первые. Какая хитрая. А почему я? Ты же ведь дедушка. Я-то дедушка, она бабушка. Так ведь не царица. Ладно, давай оба сразу.